بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Он после того, как шейх сделал хутбу, говорит, я, говорит, благодарю Аллаха Субхану Аталя, что он собрал нас здесь, прошу Аллаха, чтобы всех нас укрепил. سنتكلم بإذن الله تعالى عن شرح مختصر، يعني مختصر للمختصر لمتن يسمى بالأصول الستة. نعم. Сегодня, говорит, заявление Аллаха Субхану Аталя, говорит, разберем, говорит, коротким разбором, говорит, небольшую книжку, которая называется «Шесть основ». أولا يعني لماذا يعني اخترنا دراسة هذا المتن. Во-первых, надо, давайте поговорим, почему мы выбрали именно разбор этой книжки. نصيحة العلماء، العلماء نصحوا بدراسة هذا المتن المبارك. نعم. В первую очередь ученые нам дают наставление изучать эту книгу. وهذه الأصول الستة هي أصول عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلنا وياكم منهم يا رب. И говорит, эти шесть основ являются основой, говорит, у Ахля Сунна валь Джамаа. Говорит, я прошу, чтобы Аллах сделал нас из их числа. أنت يعني الآن قد يسألك سائل ويقول ما هي أصول أهل السنة، ما هي أصول أهل السنة؟ نعم. Если кто-то спросит тебя, что является основами у Ахля Сунна валь Джамаа? تقول أنا لا أدري. Ты что скажешь? Я не знаю. تقول كيف أنت تدعي أنك على طريقة السنة ومن السنة وأنت لا تعرف ما هي الأصول التي عليها يعني السنة. نعم. Тогда он тебе скажет, а как ты, говорит, заявляешь о том, что ты из числа Ахли Сунна валь Джамаа, если ты даже не знаешь тех основ, на которых основывается, да, призыв Ахли Сунна валь Джамаа? نعم. هي ليست أصول ستة فقط. نعم. И они не ограничены только шестью этими столпами. لكن من أهم هذه الأصول، هذه الأصول الستة. Но однако из основ Ахли Сунна, говорит, это является одним из важнейших основ. نعم. إذن نحن اليوم بإذن الله تعالى ندرس أصول ستة. نعم. Поэтому сегодня, за дозволение Аллаха, мы разберем с вами эти шесть основ. لأن هذا العدد يعني يجعل الطالب يحفظ. لو قلنا لكم اليوم سنضبط أصول ستة تضبطها في هذا اليوم، عندما يخرج هذا من الدرس الآن يراجع مع زملائه هذه الأصول الستة وتضبط إن شاء الله تعالى. Их надо, говорит, закрепить, говорит, после того, как мы с вами пройдем, говорит, эти шесть основ сегодня, говорит, вы после того, как выйдете, говорит, повторите со своими друзьями для того, чтобы это укрепилось в ваших сердцах, эти шесть основ. والمؤلف رحمه الله تعالى سار في هذا في ضبط المسائل بالعدد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. И поэтому, говорит, автор этой книги, говорит, упоминает число, не в одной своей книге, да, упоминает число, как, допустим, три основы, да, или здесь шесть основ. Идя по пути пророка саллаллаху алейхи вассалям. И пророк сам иногда упоминал какие-то числа, говорит. Но не для того, чтобы ограничить, да, вот эти вещи числом. Иногда бывает, может что-то добавить к этим числам. فالعدد إذا ذكر في الكتاب والسنة، أي عدد يذكر في الكتاب والسنة، خمسة، ستة، أو عشرة، أو هكذا، هل يحدد بهذا، هل يزاد عليه أو لا؟ И говорит, когда мы видим, что приходит какое-то число, да, в Коране или в Сунне, там, 3, 5 или что, можем ли мы к этому что-то добавить или нет? نعم. إذا وجدنا في النصوص الأخرى ما يزيد على هذا العدد، أصبح العدد هنا غير محدد، لأنه جاء دليل يدل على الزيادة على هذه الأعداد التي ذكرت. نعم. И говорит, если мы видим другие доводы, которые указывают, что есть что-то, что выходит за рамки ограниченного, да, названного выше числа, тогда мы говорим, что предыдущее число, которое было названо, оно не ограничено этими пятью вещами, да, или шестью вещами. То есть, если есть довод на то, что можно добавить к этому что-то, тогда добавляем. Мисалу, каулан Наби, саллаллаху алейхи вассалям, мэтанам, иштанибу саб'а аль-мубикат. Как и на этом является пример слова пророка, сам говорит, сторонитесь семи смертельных грехов. موبقات يعني مهلكات. который губит, да, губительно для человека. تهلك نسأل الله عافية السلام. فوجدنا في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذه السبع. И мы, говорит, также находим в контексте Корана и Сунны то, что добавляется к этим семи, да, смертельным грехам. مثل مثلا عقوق الوالدين. Как, например, плохое отношение к родителям. فالعدد هنا ليس له مفهوم، إنه زاد
Мы не можем ограничивать поэтому большие грехи семью, да, как в хадисе пришло. Да? То есть, потому что есть контексты, которые указывают на то, что их больше, чем семь. كذلك الآن مثلا حديث خمس من الفطرة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث زاد على هذه الخمس أصبح العدد هنا غير محدد بهذا. Поэтому также есть вещи, которые являются, как Пророк сказал, пять вещей, являющиеся естеством человека. Но также в других хадисах приходит, где Пророк называет этих, что их больше, чем пять. Поэтому вот эти пять вещей, которые упоминаются в этом хадисе, их больше, чем пять, да, на самом деле. طيب لماذا يقول سبعة من الفطرة اجتنبوا السبع الموبقات وخمس من الفطرة وهي أكثر حتى تضبط في المجلس يعني أريد أذكر لكم في هذا المجلس سبع موبقات حتى يعني يستحضرها الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك من بعدهم. Тогда вопрос возникает, а зачем тогда упоминает Пророк, зачем упоминал Пророк сам эти вещи, да? То есть говорил семь смертельных грехов или пять вещей, которые являются естеством человека. Как бы имеется в виду, что вот в сегодняшнем маджлисе я хочу вам рассказать о семи смертельных грехах, чтобы они их запомнили, что их именно вот о семи говорили, чтобы они укрепились в них. فهذا محدد لا يزاد عليه. نعم. Есть, говорит, вещи, которые упомянуто количество в Коране и Сунне, и мы не можем к ним ничего добавлять, да? То есть они ограничены именно этим количеством. نعم. مثل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. Как, например, что столпов у ислама шесть и столпов у имана, столпов у ислама пять и столпов у имана шесть. نعم. طيب. هذا يعني تقريبا مدخل لدراسة هذا المتن المبارك. Это говорит, являлось небольшим вступлением в изучение этой книги, да, благословенной книги шесть основ. ما هي الأصول الستة؟ Что эти, какие эти шесть основ? الأصول الستة قلنا أصل عند أهل السنة وضده أصل عند المخالفين للسنة. نعم. Поэтому говорит, когда мы говорим основы у أهل السنة والجماعة, значит, здесь имеется в виду, что эти основы, которые являются противоположностью основы, которые противоречат Ахле Сунна вальджамаа. Лянна Ахле Сунна قلنا لهم أصول يسيروا عليها. هذه الأصول ليست من عندهم. هذه الأصول جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Поэтому, как мы раньше упомянули, что у Ахле Сунна вальджамаа есть основы, на которых они идут, да? И эти основы они не придумали сами себе. Это те основы, с которыми пришел к нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям. الأصل عندنا مثل الشجرة الآن. الأصل عندنا أصلها ثابت هذا اللي يكون في الأرض صحيح نعم والأصل عندنا الأب الفرع اللي يتفرع من الأب من الأولاد الذكور والإناث نعم أبناء وبنات نعم. Как, например, дерево, да, у него есть основа, это корни, да, которые прочно стоят в земле, да, от него все остальное происходит. Или же как отец, он является основой, и то, что от него происходит, это его дети, да, то есть основа это то, чего, на что он основывается весь. نعم. إذا سنذكر الأصل وما يخالف هذا الأصل. نعم. Поэтому будем вспоминать основу и то, что противоречит этой основе. لأن بالضد وبضدها تتبين الأشياء. أسألك ما هو العلم؟ تقول العلم ضد الجهل. Поэтому, то есть, для чего? Для того, чтобы больше, лучше понять, да, эту основу. Потому что, говорит, в противоположностях лучше вещи понимаются. Как, например, тебе спросят, что такое знание? Ты скажешь, знание это противоположность невежеству, да, то есть ему противостоит невежество. Так, тьма противоположностью является свет. إذن سنذكر الأصول الستة الأصل وما يضاد هذا الأصل حتى يعني نحذر من مخالفة هذا الأصل. نعم. То есть поэтому будем вспоминать основу и то, что противоречит ей, для того, чтобы ее сторониться, да.